Здравствуйте, мои дорогие! Дошла очередь показать вам новые украшения. Мои подписчики знают, что я сейчас живу не у себя дома. Поэтому есть определенные трудности с освещением, с показом. Ну уж, извините. По-другому пока никак не получится. Вот эти бусы, они 5 рядов. Сделаны они из стекла и имитации жемчуга. Вот не знаю, как видно вам, нет. Тут есть вот такие детальки. Вот такие вот бусы. Сейчас я вам покажу на себе. Вот так вот они смотрятся. Это браслет из тигрового глаза. Не знаю, не пристроится мне никак. Ну вот это крошка тигрового глаза. Вот такой вот браслетик получился. Это мне сын подарил на Новый год. И штатив, и селфи-палка. Но я пока никак тоже к нему не привыкну. Вот такой браслет. Застежки я купила в Европе на блошином рынке очень давно. Не знаю, года 4, наверное, назад. И вот они у меня все лежали. Я никак не могла подобрать к ним. Ну вот со временем подобрала. Вот они, видите, вот так блестят. Вот тут агаты. Фурнитура медная, вот это вот стекло, и это тоже стекло. Вот, и получился вот такой вот браслетик. А это длинные бусы, которые можно несколько раз вокруг шеи обвернуть. Это ракушка тонированная и имитация жемчуга. Ой, прям сразу вспоминаешь море, лето. Ну, вот такие бусы. И вот такие трехрядные бусы. Они длинные, ну, два ряда цепочки, один ряд из бусин. Вот еще вот такие вот бусики. Это фарфор. Сакура с птицей. Вот. И сами бусинки, они такие переходят из светлого в темный цвет. Вот еще у меня есть такая же, только белая с синим. Вот надо подобрать. Сделать вот такую вот еще одну красивую. Вот. Ну, на этом вот пока все. Но меня спрашивают девочки, давно ли вы вообще чем-нибудь этим занимаетесь?
Давно, мои дорогие, всю жизнь что-то делаю. Вот. И тут вот у Татьяны Валерьевны мне прям попались на глаза какие-то мелочи, которые я ей делала там на какие-то праздники. Я ей очень благодарна, что она их до сих пор хранит. И вот сейчас вам покажу. Вот такая вот тарелка. Уже не помню, сколько это лет назад я ее делала. Вот. Вот такая вот, две девушки по берегу идут. Мне до сих пор нравится. Вот такая вот коробочка из фанеры. Такая вот салфетница, видимо, наверное, на Новый год. Она обычная, пластиковая. Тоже на какой-то Новый год, видимо, делала. Свечки. Надо же, они у нее еще живы. С Рождеством и Новым годом. Да, уже старенькие. Бережет ведь, надо же. А это я уже в Крыму ей делала. Она у нас такая женщина. Шьет, вяжет и, в общем, все что угодно. Вот я вот такую ей делала. Коробочку тоже деревянную. Наперстки. Крым. Да, это я, наверное, что-то рисовала. Уже не помню. Да, я и какие-то Созополь, да, из Болгарии. Это я ее на это дело подбила. А, ну это Крым все, да, Крым. Тоже Болгария, Саня Бич. Короче, у нее уже целая коллекция. Тула. О. Да. А, это из Финляндии я ей привозила. Тоже такое. Так что коробочка для дела. Ой, как вот теперь поставить-то? Вот. И еще есть, сейчас я вам покажу. А это я и делала когда-то топиарий такой. Она у нас сентябрьская. Такая вот получилась. Осень, рыжая подружка. Знаете же, все цело у нее. Да, так что наши руки не для скуки, как пелось в советской песне. Всю жизнь чем-нибудь занимаемся. Вот. Так что вы мне пишите, если там вот, ну, что-то вам понравилось или не понравилось, потому что я, в общем-то, критику очень хорошо воспринимаю. Но только нормальную критику. Ну, а пока, наверное, пока все, мои дорогие. Вот, хочу сегодня сходить с мальчишками в музей. В краеведческий. Возьму с собой камеру, поснимаю. Давно там не была.
Ну, пока, увидимся.